Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня хочу показать вам новинки с натуральными вставками. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в Viber, WhatsApp, в Telegram-канал. В Telegram-канале мы выкладываем фотографии украшений с ценами. Ссылку на телеграм-канал я оставляю в закрепленном комментарии под каждым видеообзором. Начнем. У меня сегодня обзор микс. Совершенно разные украшения от разных производителей. Начнем с комплекта. Это у меня лазурит и марказиты. Очень такой нежный, но в то же время яркий комплектик. Серьги на мочку. 5,06 грамм весят. 3200 рублей. Лазурит натуральный. Занижение штифта 2-3 миллиметра. Довольно-таки много места для мочки. Кольцо 17 размер, 2300 рублей. Очень такой яркий, красивый комплектик, как черника. Или голубика, кому как нравится. Следующий комплект — это марказиты и тигровый глаз. Посмотрите, какой яркий, очень такой эффектный комплект. Прекрасный тигровый глаз. Серьги здесь весят 6,9 грамм, 4000 рублей. Занижения штифта здесь практически нет, ну буквально 1 миллиметр, но очень много места для мочки. Кольцо 18,5 размер, 2800 рублей. Сегодня видеообзор под шум дождя. У нас очень сильный дождь. И я думаю, будет слышно шум дождя. Так, следующий комплект. Тоже тигровый глаз и марказиты. Посмотрите, какая нежность. Очень яркий, очень красивый такой. Очень нежный комплект. Прекрасная работа. 7,6 грамм весят серьги, 4360 рублей. Занижение штифта буквально 1 миллиметр, но очень много места для мочки. И на завышенный прокол идеально подойдет данная модель. Кольцо 18,5 размер, 2700 рублей. Прекрасный комплект. Следующая модель — это вот такое вот кольцо, это птица феникс, раух топаз и марказиты. Очень яркое такое эффектное кольцо, парадно-выходное. Размеры есть 18,5 и 19, 8000 рублей. Глазки у птицы гранатики. Такое же кольцо, но уже с цитрином. Цитрин и точно так же марказиты, россыпь марказиты и глазки гранат. Размеры есть 18 и 19, цена 8300 рублей. Очень толстое, крепкое серебро. В среднем кольца около 10 грамм. Следующее колечко — это у нас вот такая вот царевна-лягушка, шикарная наша любимка. Она у нас с короной, глазки гранаты, 8600 рублей, размеры есть 17,5, 18, 18,5 и 19. Тоже очень такое крепенькое, толстенькое серебро. Кольца, вес колец в среднем около 12 грамм. Следующее кольцо — это вот такой вот шикарный павлин. Здесь тоже гранаты.
вставки вот в этих капельках. И маргазиты. Глазки у павлина тоже гранат. Размер 18, 5800 рублей. Очень эффектное кольцо. Так, следующая модель — это вот такой вот просто шикарнейший браслет. Здесь натуральные вставки, маргазит и аметист, гранат, топаз, хризолит, цитрин. Размер у браслета 21, он был в одном только размере, ну то есть 21 подойдет на 20, на 21, кто любит свободненько, и на 19 будет хорошо, все равно здесь такая ширина присутствует, ну либо убирать звенья при желании. Браслет весит 33,5 грамма, цена 18600 рублей. Очень эффектный браслетик. Следующий браслет — это корунд рубина. Тоже посмотрите, какой шикарный браслет. И рубины здесь шикарнейшие. Маргазиты и рубины. Тоже очень эффектный браслетик. На ручке смотрится шикарно и стильно. 18,5 размер браслет, 18900 рублей. Весит он 32,5 грамма. Следующий браслет — это нежный розовый перламутр. Тоже очень такой объемный, яркий браслет. Сидит на ручке безупречно. Посмотрите, какая прелесть. Очень красиво, да? Здесь также маргазиты и розовый перламутр. Размер есть 18,5 и 20,5. Цена 16000 рублей. Так, весит браслет почти 34 грамма. Еще один браслет, тоже маргазиты и оникс. Тоже очень такой яркий браслет, объемный. Весит браслет почти 34 грамма. Размер 19, 16400 рублей. Хочу замочек показать. У всех браслетиков одинаковые замочки. Вот так вот. Вот они. И вот так вот закрывается. Следующий комплект — это радированное серебро. Здесь у нас уже мятое серебро, радированное, и вставка здесь лунный камень, адуляр. С прекрасной иризацией. 3,6 грамм весят серьги, 4700 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. И кольцо. Колечко 4800 рублей. Размеры есть 16,5, 17 и 18,5. Очень эффектный комплект. Прекрасный такой стиль. Мятое серебро. Выглядят очень. Так. Следующая модель — это черненое серебро. Здесь у нас просто сережечки. Посмотрите, какие забавные серьги. Котики обнимают жемчуг, жемчужина. Замочек здесь полупетля. Серьги весят 11 грамм, 7200 рублей. Здесь уже оксидированное серебро, чернение. Очень оригинальные сережечки. Следующая модель очень мне понравилась. Такие интересные серьги. Очень такой необычный стильный дизайн. Наверное, надо наоборот. Так вот.
Здесь комплект с топазом. Посмотрите, как интересно выглядят. Очень интересно, необычно и современно, да? Прекрасное занижение штифта. 5,3 грамма весят серьги, 4800 рублей. Кольцо 18 размер, 2200 рублей. 18 размер, топаз. Следующий комплект – это горный хрусталь. Горный хрусталь в огранке и оксидированное серебро. Здесь асимметричные серьги идут. Очень такой интересный, оригинальный дизайн. Буквально на 1 мм занижение штифта. 16,9 грамм весят серьги, 9300 рублей. Кольцо 18,5 размер, 4500 рублей. Посмотрите, какая шинка. Очень крепкая и выполнена в виде таких веточек, наверное. Больше похоже на веточки. И шикарный горный хрусталь. Следующая модель – это комплект с чароитом. Чароит с черными вкраплениями. Сейчас это очень актуально, модно, скажем так. И прекрасное фактурное серебро. Такой оригинальный дизайн. Здесь 12,2 грамма весят серьги, 6950 рублей. Кольцо 18 размер, 4300 рублей. Занижение штифта очень хорошее и очень много места для мочки. На завышенный прокол идеально сядут эти серьги. И очень такое крепенькое, толстое, хорошее серебро. Следующий комплект – это у нас кианит. И посмотрите, какой он красивый. Такой сиреневый кианит. Шикарный перелив у него идет. Комплект – обычная классика. Весь акцент на саму вставку. 6900 рублей серьги. 9,5 грамма они весят. Занижения штифта здесь нет, но очень много места для мочки. То есть и на завышенный прокол идеально подойдут, и на полную мочку подойдут. 18,5 размер колечко, 3800 рублей. Шикарный кианит. Следующий комплект – это моя любовь. Я обожаю этот комплект в любом исполнении. Здесь и шикарная вставка кианит, и прекрасное фактурное серебро. То есть и то, и другое выглядят великолепно. 9,5 грамм весят серьги, 6900 рублей. И занижение штифта прекрасное. И посмотрите, очень много места для мочки. Практически на любую мочку уха подойдут эти серьги. Кулон 4300 рублей, кольцо 19 размер 3380 рублей. И посмотрите, здесь какое крупненькое ушко. Кулон идеально подойдет и на среднюю, на толстую цепь, на гривну шикарно сядет этот кулон. Прекрасный комплект. Такой же комплект с лабрадором, зеленым лабрадором. Посмотрите, какая прелесть. Выглядит просто потрясающе. Серьги здесь весят 8,5 грамм, 6500 рублей. Кулон 3800 рублей. И кольцо 19,5 размер 3100 рублей. И также здесь и занижение штифта, и места много для мочки. Следующий комплект с перунитом. Такой же комплект, как был с горным хрусталем. Перунит также в огранке. Асимметричные серьги. Небольшое занижение штифта. 16,6 грамм. 9400 рублей серьги. И кольцо 18,5 размер. 4600 рублей. Очень такой эффектный комплект.
Следующий комплект. Здесь вставка амазонит перу и родонит. Очень люблю эту модель. Здесь выглядит он очень стильно. Красивое фактурное серебро, неправильной формы вставки. И создается общее такое впечатление такого шикарного стильного комплекта. Серьги 7200 рублей, весят они 11,2 грамма. Кольцо 19 размер, 4400 рублей. Прекраснейшее занижение штифта, то есть идеально они закроют мочку, для проблемной мочки идеальный вариант. Шикарный комплект. Стильно и лаконично, ничего лишнего. Следующий комплект, это тоже моя любовь. Я когда вижу этот комплект, я его всегда беру, потому что выглядит очень так ненавязчиво, но в то же время очень нежно. Вот эти вот серьги подвесные, они идут на петле, на длинной ножке. Выглядят просто безупречно на мочке. То есть они создают такой легкий эффект. Визуальные шейку удлиняют и такое коктейльное колечко. Ну, шикарный комплект, и цвет вставки здесь тулит, розовый тулит, и такой освежающий комплектик, просто безупречный. Я думаю, что девочки, кто брал, очень довольны. 11 грамм весят серьги, 8000 рублей, кольцо 18 размер, 4100 рублей. И здесь вот такие маленькие серебряные шарики на кольце выглядят великолепно. Следующий комплект, это у нас адуляр, очень нежный, аккуратный комплект, тоже интересное фактурное серебро. Здесь серьги весят 7,5 грамм, 5800 рублей, занижение штифта на пару миллиметров. И кольцо, колечко 18 размер, 3700 рублей. Очень такая толстенькая, крепенькая шинка. Добротное, очень такое крепкое серебро. Следующий комплект, это лабрадор. Лабрадор здесь, конечно, просто такой бомбически крупный. Яркий, посмотрите, какая прелесть. Очень эффектный, стильный комплект. 11,8 грамм весят серьги, 7300 рублей. Занижение штифта буквально 1-2 миллиметра. Кольцо 18 размер, 4700 рублей. Прекрасный комплект. Следующая модель, и на сегодня заключительная, это празиолит. Серьги с празиолитом. Они без колечка. Здесь прекрасное занижение штифта. Празиолит в огранке. 9,4 грамма весят серьги, 6800 рублей. Черненное серебро. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новинки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!